программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Подозреваемый в убийствах 11 девушек и женщин останется под стражей еще на полгода, когда суд начнет рассматривать дело Виталия Манишина. Больше недели в простое. Горожане жалуются на пробки, на объездной, когда мост по шоссе Ленточный Бор планируют доделать. Поиск – дело непростое. Масштабные учения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» прошли под Павловском. Итак, в Калманском районном суде прошло первое слушание по делу о предполагаемом политеховском маньяке Виталии Манишине. Его обвиняют в серии убийств 11 девушек и женщин с 89 по 2000 годы. Как прошло заседание, какой вердикт вынесла судья и какие дела еще рассмотрел суд касательно бывшего заместителя главы района, расскажет Данил Кузнецов. По щелканию фотоаппаратов свыше десятка журналистов ожидали предполагаемого политеховского маньяка Виталия Манишина в коридоре Калманского районного суда. Его подозревают в убийстве 11 девушек и женщин в 89-м, а также 99-м и 2000-х годах. Напомним, обвиняемого задержали еще в 2023-м. Более года он находился в СИЗО. И вот, наконец, дело дошло до рассмотрения по существу. Калманский суд выбран не случайно, ведь именно в этом районе Виталий Манишин работал заместителем главы. Решал вопросы газификации и ЖКХ. Что касается самого заседания, оно было открытым, несмотря на попытки стороны защиты удалить СМИ. Негативно отразится не только на подсудимом Манишине, но и условиях жизни его семьи, его гражданской супруги Лопиной Татьяны Васильевны, с которой они прожили более 20 лет, и его приемных детей, а также внуков. В ходе заседания также мельком подняли тему других гражданских дел, в которых фигурировал Манишин. Суд рассмотрел и это. Предположительно, речь идет о процессах, касающихся долгов. Например, в 2012 году на человека с такой же фамилией и инициалами подали иск касательно взыскания займа и процентов по нему. Довожу до сведения участников процесса, что судом по председательству судьи Федоровой рассматривалось два гражданского дела, в которых Манишин Виталий Егорович выступал ответчиком. Кроме того, судом были в данном составе рассмотрены гражданские дела по искам администрации Калманского района Алтайского края, а также где администрация Калманского района Алтайского края выступала ответчиками. В качестве исполнителя ответов на запросы в том числе был указан Манишин Виталий Егорович. Виталий Манишин на заседании вел себя спокойно, пряча лицо за капюшоном и ограничиваясь короткими безропотными ответами. Более того, даже сам согласился на продление его заключения под стражей. Пунктами АК в части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководство статьями 228-255 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации постановило меру пресечения в отношении Манишина Виталия Егоровича 10 ноября 1970 года рождения оставить прежним в виде заключения под стражей и продлить ее на 6 месяцев со дня поступления в уголовное дело в суд, то есть по 21 ноября 2024 года включительно. Следующее заседание о деле предполагаемого политеховского маньяка планируют провести 17 июня. В этот раз оно будет закрытым. Между тем, следователи все еще предполагают, что Манишин может быть причастен и к другим убийствам. Поэтому проверки продолжаются. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. Стабильно на понижение. Уровень воды в реке Обь за сутки снизился на 6 сантиметров и опустился до критической отметки в 560 сантиметров. Напомним, на прошлой неделе микрорайон Затон был во власти стихии. Из-за высокого уровня воды было подтоплено 100 приусадебных участков. Всего 8 сантиметров вода добралась бы до домов. Сегодня жители барнаульского поселка могут начать выдыхать. Уровень пошел на спад, и по данным гидрометеорологов, падение в ближайшие дни продолжится. Большое количество многоэтажек с дырявыми крышами выявила неделя дождей в Барнауле. На прохудившиеся кровли жалуются жители десятка домов, в основном пятиэтажек. Новороссийская 11, Красноармейский 131, Каргандинская 9. И еще достаточно адресов, где жителям в последние дни пришлось вооружаться тазами и ведрами из-за подтопов в своих квартирах. В одних домах крыши в данный момент ремонтируют, жители других еще только мечтают об этом. К примеру, здание по адресу
адресу Северо-Западная 50 пострадала от ноябрьского урагана. В апреле здесь начали ремонтировать кровлю, однако работы вскоре остановились из-за нехватки средств. Крышу накрыли целлофаном, но буквально на следующий день ветер разнес его по всей округе. Начались дожди, и квартиры на пятом этаже залило. Пострадавшие обращаются в фонд капитального ремонта жилья и управляющей компании, чтобы составить акты об ущербе. По словам людей, все это зачастую занимает немало времени и стоит нервов. Ответственные совсем не спешат помочь, а между тем сетуют люди: ежемесячные отчисления за содержание жилья в фонд капремонта совсем не маленькие. Не работают, техника простаивает, на объездной огромные пробки. Жалобы такого рода появились в соцсетях на прошлой неделе. В чем причина простоя и успеют ли закончить в срок ремонт на мосту на шоссе Ленточный Бор, выясняла сегодня наша съемочная группа. На объездном мосту, который проходит по Ленточному Бору, уже не первую неделю собираются пробки из недовольных водителей, которые пытаются добраться из пункта А в пункт Б. И дело в том, что сейчас проходят ремонтные работы на мосту, и водители просто вынуждены ехать с черепашьей скоростью. Дорога стала вдвое уже, а машин осталось столько же. По словам специалистов Алтай-Автодора, здесь их проходит порядка 30 тысяч в сутки. Причем водители не один месяц жаловались на ямы на этом участке. Поэтому и было принято решение мост отремонтировать. Он был одним из 780 мостов, которые стояли в очереди на плановый ремонт. Мост вышел из гарантийных уже сроков, поэтому при диагностике выявились нарушения. То есть это колея была и разрушение деформационных швов. Поэтому на нем просто меняется верхний слой покрытия и замена всех деформационных швов. Но, как правило, вот с этой интенсивностью движения, плюс впереди у нас нету развязки, там светофор, здесь постоянно транспорт идет медленно в этом направлении, поэтому транспорт его продавливает. Жалобы не прекратились и после старта ремонтных работ, особенно на прошлой неделе, когда дожди шли в ежедневном режиме. Как пояснили нам дорожники, полотно начали разбирать почти месяц назад, а менять швы только сегодня. Этот вид работ можно проводить исключительно в сухую погоду, поэтому на предыдущей неделе ремонт пришлось приостановить. Естественно, на период дождя мы практически полторы недели здесь не работали, именно со швами. Вот жалобы были на простой рабочих, это как-то действительно повлияло на скорость ремонта? Ну, конечно, повлияло. Ну, сейчас, я думаю, наверстаем все сроки. На данный момент сделано 45% запланированных работ. Уже уложено два слоя асфальта на одной из полос движения. По контракту ввести мост в эксплуатацию запланировано 31 октября. Но дорожники обещают доделать все работы раньше срока, до конца июня. Конечно, если погода будет благоприятной. Так что терпеть неудобства водителям все-таки придется. Но не так долго. Напомним, что мост относится к краевой собственности, и на его ремонт из бюджета выделили 13,5 миллионов рублей. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Получил леща. Уголовное дело завели на рыбака в Шелоболихинском районе. Его поймали на незаконном вылове лещей. 36-летнего мужчину за незаконный промысел рыбы задержали у протоки Старая Обь во время рейда. Его проводили сотрудники Алтайского линейного управления МВД совместно с сотрудниками Росгвардии региона. Они установили, что рыбак с помощью сети запрещенного орудия ловли добыл 11 лещей. Таким образом, передает транспортная полиция Сибири, водным биологическим ресурсам страны он нанес ущерб на сумму 11 тысяч рублей. По признакам незаконного вылова возбуждено уголовное дело. Рыбаку грозит до 2 лет лишения свободы. А сотрудники пограничного управления ФСБ поймали контрабандиста на границе с Казахстаном. Мужчина пытался переправить через автомобильный пункт Веселоярский Рубцовского района особо крупный размер лесоматериалов. Известно, что у гражданина были поддельные документы для оформления таможенного груза для отправки в страны Центральноазиатского региона. Ущерб превысил 4 миллиона рублей. Сейчас на мужчину заведено дело о перемещении стратегически важных ресурсов. Контрабандисту грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Школьник из Бийска получил награду от министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Благодаря действиям пятиклассника Максима Дробышева полиция смогла по горячим следам задержать злоумышленника, устроившего ДТП. Подробнее далее. Мы можем по праву гордиться, что в нашей стране растут такие неравнодушные и смелые ребята.
В непростых обстоятельствах каждому из вас требовалось проявить мужество и смекалку, действовать уверенно и безошибочно, преодолеть сомнения и страх. Эти слова министра внутренних дел Владимира Колокольцева, адресованные юным помощникам полиции, относятся в том числе и к бийскому школьнику Максиму Дробышеву, который в ноябре прошлого года помог раскрыть преступление, за что и получил памятный подарок. Она выезжала вот так вот и не уступила трамваю. Трамвай протаранил ее, и она поехала дальше. Пятиклассник Максим стал одним из свидетелей аварии. «Лада Гранта» въехала в трамвай на улице Мухачева в Бийске. В итоге общественному транспорту пришлось остановиться и высадить пассажиров. Движение на рельсах на время было остановлено. Виновник на «Ладе» просто скрылся. Максим дождался, когда приедут представители автоинспекции, и рассказал им всю ситуацию. После подсказал, где искать нарушителя и его машину. Благодаря этой информации мужчину оперативно задержали. Данил Кузнецов, «День с толком». Более 300 человек из разных регионов страны, добровольцы, волонтеры, сотрудники следкома, спасатели приняли участие в больших межрегиональных учениях добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». Масштабное мероприятие провели в минувшие выходные в Павловском районе. Подробнее далее. У нас с вами в работе женщина, 55 лет, Анна Павловна Берг. Проживает здесь, в Павловске, не очень далеко, в частном доме. Вчера в обед женщина ушла за грибами в лес и не вернулась. На связь не выходила, телефон недоступен. Такие вводные дают добровольцам отряда «Лиза-Алерт» для поиска потерявшегося человека. Приметы, во что одета, особенности здоровья. Оперативно найти человека – основная задача больших межрегиональных учений, которые прошли в минувшие выходные. Мы постоянно учимся. И учимся мы больше, чем дней в году. Мы учимся в разных регионах каждый день. У нас нет анахронизмов, у нас нет пережитков прошлого. Мы работаем в абсолютно современных условиях. У нас нет бумаги, и нам не надо подписывать бесконечное количество чего-то, чтобы быстро отправиться на поиск. Все происходит мгновенно. Чтобы добиться этого мгновенно, проводят лекции, практику и нужен опыт, собираемый годами. Кстати, кроме добровольцев, в учениях были задействованы и госслужбы, МЧС и Следственный комитет. Они учились взаимодействовать с отрядом, они разбирали методики поиска отряда. У отряда «Лиза-Алерт» есть свои методики поиска, которых, например, не используют в той же полиции, в Следственном комитете, в других службах. Как правило, это методики, разработанные у нас в отряде, нашими ребятами. «Лиза-2» приступила к работе на отклик. 300 человек из Алтайского края, Новосибирска, Кузбасса, Омска, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга собрались на учения на этот раз. Как только мы ищем не на плоскости, как только мы начинаем искать в любой гористой местности, правила поиска очень меняются, и тяжесть поиска принципиально другая. Поэтому мы здесь развиваем технологии беспилотной авиации. Вот сегодня в учениях принимала участие малая авиация, что тоже крайне важно. Помимо авиации, в учениях и непосредственно поисках используют различную технику. Добровольцы предоставляют свои автомобили и самое разное техническое оснащение. Также помогают всевозможные организации. Важное условие для существования отряда – постоянное развитие. Нам всегда нужно усовершенствовать свои методики поиска. Нам всегда нужно усовершенствовать использование какой-то техники. Вот мы, например, подключили нейросети. Появилась такая штука, как нейросети, почему бы ей не пользоваться? Да, мы научились ей пользоваться, и все, она прекрасно нам помогает. Вот опять же, упоминали про водное направление. Если мы будем использовать поиски в воде, не подключая погружение человека в эту воду, это будет идеально для нас. Когда мы будем использовать беспилотные какие-то аппараты, которые будут искать потерявшихся людей, понятно, что они там уже не живые, но тем не менее найти его необходимо. Поисково-спасательные отряды «Лиза-Алерт» существуют в 64 субъектах Российской Федерации. Причем основной костяк отряда практически во всех регионах – люди старше 30, ближе к 40 годам. Еще один секрет нашей эффективности. Никогда никто не будет так эффективно работать, как за идею, за деньги. Добровольцы, которые делают это ради человека, чтобы его спасти, которые делают это ради своей идеи, они, конечно, самые мотивированные. Аня! Юлия Щепина, Владислав Ковалев. «День с толком». Благодарственные письма и памятные медали вручили сегодня алтайским волонтерам, которые оказывают помощь бойцам на передовой. Торжественное награждение состоялось в фонде «Защитники Отечества» и стало самым массовым в регионе с начала СВО.
Медали за содействие СВО, тыл фронту, знак отличия ВДВ и благодарственные письма получили сегодня предприниматели, военные и просто неравнодушные жители края, которые в тылу оказывают поддержку фронта, направляют автомобили, технику, участвуют в формировании гуманитарной помощи и круглосуточно поддерживают боевой дух ребят в зоне СВО. За такую неоценимую поддержку командиры воинских частей отблагодарили всех причастных. Помощь мы оказывали от начала мобилизации, да, это вот ребятам и продуктами помогали, когда их собирали здесь, то есть горячие пайки какие-то организовывали. А в настоящее время уже помощь там и дронами, и складчинам, где-то покупка всего того ассортимента, да, который нужен для победы нашим бойцам. Тот труд, который вносят ребята, финансовый, временной, физически, на самом деле он неоценим. И ребята, наши бойцы и их командиры понимают, что этим они хоть чуть-чуть могут нас отблагодарить. Поэтому я думаю, что так как это сделано искренне, от души, это имеет огромный вклад и вес. Праздник спорта и доброты. В Барнауле состоялся 11-й зеленый марафон. Забег объединил жителей 60 городов страны. На базе «Локомотив» в краевой столице бежали и взрослые, и дети. Какие дистанции они преодолели и чем еще развлекали организаторы? Об этом далее. Первыми стартовали самые юные участники марафона – дети. Они соревновались в двух категориях – участники в возрасте 7-9 и 10-13 лет. Дистанция для маленьких спортсменов – 420 метров. За ограждением – родители, судьи, участники марафона постарше. Каждый бежит не только ради участия, но и такой медали. Ее получили все, независимо от результата. Илья, расскажи, а почему ты бегал сегодня? Ну, потому что папа меня хотел, чтобы я побегал. А сын пробежал? В забеге, а муж сейчас готовится. Дело в том, что мы его буквально заставили, потому что я считаю, что для самооценки это очень важно. А ребенок растет такой не очень, скажем так, уверенный в себе, и мы стараемся во всяких марафонах принимать участие и видим, как его самооценка растет. В основном забеге бежали те, кому уже исполнилось 14 лет, и взрослые бегуны. 4 километра 200 метров уместились в один круг по лесной территории. Последними на старт вышли участники в дисциплине «Скандинавская ходьба» – полезного спорта для любого возраста. Сопровождала забеги развлекательная программа. Для юных посетителей марафона впервые организовали интерактивную площадку «Город профессий». Ты захотела какую-нибудь профессию сделать своей? Я бы хотела сделать профессию мультипликатора. Мы реанимировали мультик. Это как? Мы рисовали цветочки и потом на фоне выкладывали их и монтировали ролик. Мультипликатор, спасатель, полицейский, врач или инкассатор. Почти два десятка организаций Барнаула и края с удовольствием познакомили детей со своими профессиями в форматах мастер-классов, викторин и открытых уроков. Мы вообще ориентировались на детей изначально, потому что мы тоже в городе профессии участвуем как площадка. Но вот по моим наблюдениям, интерес вызывает у взрослых больше, наверное, чем у детей. И у мужчин, и у женщин. Всем хочется... Потому что инкассатор – это все-таки такая закрытая профессия. И видят только, когда приходят клиенты у инкассатора, не знают, что происходит, когда они выходят из здания организации. Демонстрируем, какое у нас обмундирование, то есть какие у нас специальные приспособления для работы. Мы позволяем померить бронежилет и понять, что это достаточно нелегкая профессия. Спортивные батлы, конкурсы с призами, зажигательная музыка и танцы – все необходимые элементы праздника. У «Зеленого марафона» получается продвигать спорт в массы. Его посетили около 4000 человек. А в забегах приняли участие почти 700 атлетов от 7 до 70 лет. Но «Зеленый марафон» – не только спортивный праздник. Традиционно он преследует и благотворительные цели. В этом году все средства, собранные в рамках марафона, передадут на помощь детям. «Зеленый марафон» проводится ежегодно, и присоединиться к нему может любой желающий. Дарья Ерошина, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Ну а далее о погоде.
До встречи.